Не так давно наш телеканал рассказывал о том, в каком состоянии пребывает одно из знаковых мест Твери – Площадь Славы. Из-за обвалившейся облицовочной плитки некогда популярная площадка для проведения массовых мероприятий сегодня представляет собой печальное зрелище. Впрочем, как выяснилось, заметно потерявшая лоск Площадь Славы – не единственное больное место в центре Твери. Большие вопросы у специалистов вызывает внешний облик ограждения императорского дворца. Зияющие то там кирпичи, обваливающиеся штукатуркой, покосившиеся столбы. Очевидно, что ограждение Тверского императорского дворца не пережило минувшую зиму. Представшее в обновленном виде во время открытия основного дворцового комплекса в декабре 2017 года, сегодня ограждение мало соответствует имперскому лоску. Эксперт в строительной области Александр Крючков уверен, все дело в нарушении технологического процесса ремонта. Здесь вот проходит теплотрасса по этому тротуару. Когда ее раскапывали, укладывали лотки, ливневки, как таковой сегодня по асфальту, ливневой колодцы стоки в сторону Советской улицы, тоже нет с моста. В итоге, заключает специалист, из-за отсутствия должной системы водоотведения вся вода скапливается под тротуаром, размывая землю под ограждением. Отсюда проседание столбов, обрушение штукатурки, волнообразный узор металлических конструкций. Восстанавливать внешний облик ограждения можно хоть каждый год, говорит Крючков. Но пока участок не будет должным образом укреплен, вся работа, что называется, коту под хвост. Хорошо сделать на века, надо разобрать, сделать как следует красиво, по-новому, качественно, вплоть до забивки сваи, установки ростовка, установки всего забора, чтобы стоял он, будем говорить, на поколение. Тогда будет все красиво и обложить. Кто будет заниматься этим – большой вопрос. В городской администрации нашему телеканалу недвусмысленно дали понять, что не имеют к ограждению императорского дворца никакого отношения. Чтобы эта позиция была озвучена официально, мы направили руководству города запрос, в котором задали интересующие нас вопросы. В чем ведении находится объект, какая организация осуществляла ремонт и кто, собственно, будет восстанавливать утраченный вид. Между тем, городские власти наконец-то прокомментировали ситуацию, которая сложилась на другом знаковом объекте города – Площади Славы. На этой неделе наш телеканал рассказал о том, что здесь практически полностью обрушилась облицовочная плитка. На место выехала целая комиссия. Результатом ее работы по большей части стала констатация очевидного. В результате обследования были выявлены многочисленные повреждения данного объекта. Разрушенный облицовочный слой, покрытие трибун, подпорных стенок, ступеней, а также разрушение основания колонн в центре площади. Впрочем, конструктив, пусть и немного, в словах представителей комиссионной группы все же удалось найти. Так стало известно, что гарантия на объект 5 лет, которые, кстати, заканчиваются как раз в этом году. И в рамках гарантийных обязательств подрядчик будет обязан вернуть Площади Славы должный облик.